Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 18 августа 2022 года, 9 часов утра, моя банда на прогулке, одна живность и другая живность. Иду в теплицу, хочу снять дыньку сорта колхозница. Будем ее кушать, она уже созрела, вот такая. Не пишется, как среднеспелая, а я думала, не пишется, 77-95 дней. Растение среднего размера, длинноплетистое, предназначено для выращивания в пленочных теплицах. Пленочных теплицах, не сказано в открытом грунте. На растении образуется 2-3 плода, не крупные. Так, вот она у меня. Колхозница. У меня на растении 2 плода. На центральном стволу пасынок я не оставляла. Вот. Все, больше нету. Я ей расти большой не дала. Я ее общипнула. А вот у меня завязалась на дыньке. Не знаю, вызреет, не вызреет что-то. А это сбрасывается, наверное. Другой сорт. Ну вот, эту трогать не буду пока, пускай повисит. А вот эта, которая на земле, о, она уже отвалилась легко. Хотя она еще, наверное, плохо вызрела. А рукой дотронулась, и она отвалилась. Аромат божественный. Но семян я с нее брать не буду. Потому что, когда выращиваешь у себя и берешь потом семена, они уже, получаются не такие... Это уже проверила моя мама. Не такие, как с магазинных семян купленных. Уже они перерождаются. Поэтому я оставлю пакетики и буду покупать зимой. Ой, ну, зимой или осенью семена. Вот такую красоту я вырастила. Обязательно 2 ряда на следующий год, как я сказала, по центру через 50 сантиметров буду сажать. Буду гнать или в один, или в два. Основной ствол и пасынок оставляют. 2 ствола достаточно. 3 – это уже будет мелочь. Заходите в гости. Как всегда, буду рада. До свидания. До новых встреч. Пока. Вот такая красота.